Наталья Руденко прославилась как самая толстая женщина России. Еще два года назад, в 36 лет, она весила 280 килограммов при росте 166 сантиметров. Однако женщина смогла выйти замуж и совершить удивительную трансформацию, сбросив 150 килограммов. Сначала я просто не верила в свое похудение. Я видела, что цифры на весах становятся все меньше, но никак не осознавала это. Не могла понять, не могла взять себя в руки и убеждала саму себя, наверное, все это временно. Но дальше я поверила и сказала: «Нет, дорогая, ты худеешь. Все хорошо? Иди вперед, ты действительно худеешь», — вспоминала Наталья Руденко. Но вскоре пришла другая беда. Осенью 2020-го 38-летняя Наталья заразилась коронавирусом. Сначала она даже не подозревала о страшном диагнозе и усталость списывала на нехватку витаминов. Но потом вскрылась правда. Болезнь протекала очень трудно. Старалась беречься, но не убереглась. Переносила очень тяжело, хоть и оставалась дома. «По правде говоря, я просто умирала, настолько было тяжело», — говорила незадолго до смерти Наталья Руденко. Казалось, страшный недуг удалось победить, но ослабленный организм Натальи дал сбой, и она скончалась. По словам родственников, женщина не смогла перенести последствий коронавируса. Сначала она лежала в 16-й больнице, потом в 22-й, и у нее нашли дырку в легких. Потом ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла, рассказали убитые горем близкие.